Солист Мариинского театра поет в зале новой художественной галереи. От выступления в Ярославле, признается Эдуард Цанга, отказаться не мог. Это подарок другу, ярославскому художнику Михаилу Шиханову-Кубицкому. Экспозиция его картин открыла новый выставочный зал на Волжской набережной. Пока сейчас здесь наша выставка открыта, а в дальнейшем мы будем приглашать художников, но заявки, конечно, могут быть, но и с другой стороны, тех, кого мы бы хотели показать. Может быть, это как раз будут не ярославцы, а значит, наши друзья из других городов. Сам же солист Мариинки не упустил возможность похвастаться наличием в своей коллекции работы от своего друга. У меня был день рождения 20 октября, и мне Павел Шиханов подарил картину с видом Мариинского театра. Вот она, кстати. Она точно такая же, точная копия. И даже каждый мазок одинаковый, как здесь, так и на моей картине. Ценный подарок. Ценнейший просто. Фантастика просто. Однако на этом сюрпризы не закончились. На открытии побывала и композитор, оперная певица, автор саундтреков к популярному сериалу «Не родись красивой» Анастасия Максимова. В своих размышлениях оперная дива затрагивает тему частного искусства, которое так трудно реализовать в наше время. Когда ты пишешь какую-то песню и думаешь, она станет хитом, она не станет хитом. Она станет хитом только тогда, когда она настоящая, когда это настоящие эмоции, это настоящие чувства. И люди это чувствуют, и поэтому это имеет успех. И то же самое с живописью. Никаких подделок. Новая галерея открыта с целью популяризации искусства. Здесь будут проходить выставки художников, скульпторов, искусствоведческие вечера и закрытые показы кино. А самое главное, что вход совершенно бесплатный. Захар Акопов, Георгий Иванов. День в событиях.